В Ненецком округе работает горячая линия по всем вопросам, связанным с коронавирусом. По короткому номеру 122 можно получить консультацию по теме. Однако сотрудники службы столкнулись с тем, что многие жители округа обращаются к операторам с вопросами, которые не касаются COVID-19. Далее все подробности. Служба горячей линии по коронавирусу работает круглосуточно. Главная задача специалистов – это проконсультировать больных с диагнозом COVID-19 и дать рекомендации людям, которые имеют симптоматику новой коронавирусной инфекции. Но в последнее время жители региона стали обращаться на линию с любыми вопросами. Стали замечать, что чаще звонки поступают не связанные именно с новой коронавирусной инфекцией, а с какими-то бытовыми вопросами, с решением этих вопросов. Хотелось бы, конечно, гражданам напомнить, что все-таки это телефон горячей линии, касающийся вопросов новой коронавирусной инфекции. Эпидемиологическая ситуация в регионе ухудшается. Ежедневно регистрируются новые случаи заболевания. И служба горячей линии по коронавирусу становится все больше востребована у пациентов с диагнозом COVID-19. Службы принимают и днем, и ночью телефонные звонки. За вчерашний день звонков было принято 15 на данный телефон, и сегодня уже 15 на первую половину дня, лишь до 12 часов. Звонки в основном с вопросами, касающимися вот как раз-таки новой коронавирусной инфекции. Люди звонят с симптоматикой, как им быть, что делать. Также на горячую линию можно позвонить с вопросами о вакцинации, записи к врачу или для получения консультации по лечению. Также по короткому номеру 122 могут обращаться самоизолированные, например, для связи с волонтерами. Когда поступает звонок на телефон горячей линии, оператор отвечает, консультирует человека по данному вопросу и в случае необходимости переадресовывает данный звонок на соответствующие службы. Либо это телефон единой регистратуры, либо это Роспотребнадзор, либо это телефон, где сообщают результаты платных ПЦР-анализов на коронавирус, либо это также волонтерский центр. Телефон горячей линии по коронавирусу предназначен именно для получения информации, связанной с COVID-19. Если вы столкнулись с какой-то проблемой и не знаете, куда обратиться, на экране номера телефонов экстренных служб. Пока вы занимаете оператора своим вопросом, который не связан с коронавирусом, кто-то, кому это действительно нужно, может попросту не дозвониться. Берегите себя и своих близких. Василий Хтензейский, Леонид Шишилов, телеканал «Север».